Перед государственными праздниками, то есть в субботу 23 декабря и в воскресенье 31, рабочий день у тех, кто вызван на работу, должен быть короче на 3 часа. Работающим в государственный праздник по причине экономической деятельности работодателя или на основании установленного графика должна быть выплачена за это время двойная заработная плата. Таков закон. Сокращение рабочего дня перед государственными праздниками является не правом работодателя, а обязанностью. И никаких причин эту обязанность игнорировать не может быть в принципе. Предпраздничные дни сегодня, 23 число и 31, сокращают на 3 часа. И эти 3 часа, если работодатель попросит все-таки остаться работника, то он должен платить это как переработку. И последующие дни, то есть праздничные дни, он должен платить уже вдвойне. Если экономическая деятельность не позволяет сделать рабочий день короче, то с работником следует договориться о том, что в предшествующий праздником день он согласен трудиться, как в обычный рабочий. И только если сотрудник не возражает, то оставшиеся дополнительные три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законодательством в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в полуторакратном размере. У работника есть три года право востребовать эти свои денежные невыплаты со стороны работодателя. И в принципе отслеживать и сохранять вот эти выплаты, то есть и бумажки, по квитанции по этому оплате. Это обязательно для того, чтобы доказать, что, как, как была произведена оплата. Однако мало кто знает, да и работодатели, как говорится, не торопятся об этом информировать, что если работник вынужден выйти в праздничный день, например, если фирме необходимо успеть доделать какие-то вещи до конца года, то он может получить не только двойную праздничную оплату, но и полуторную за сверхурочный труд. Например, если в понедельник, 25 декабря, работодатель предлагает выйти вам на работу сверхурочно, то это считается и сверхурочным трудом, и работой в праздник. Поэтому оплачивается поставки с коэффициентом 3,5. Знайте свои права и добрых вам праздников! Алексей Иванов, Титкарк, Первый Балтийский канал.